Акция «Дорога в школу» прошла сегодня в Тюмени. Ребята выстроились в центре города вдоль улицы Республики. С помощью плакатов они призывали водителей сбросить скорость до 40 км в час в первые учебные дни, особенно вблизи школ. На протяжении целого месяца, то есть это сентябрь месяц, наши сотрудники, наряды госавтоинспекции, будут нести службу вблизи учебных и дошкольных учреждений. Дети вышли в школу после длительных каникул, кто-то еще не адаптировался, кто-то находился на отдыхе. Напомнить старшим детям о необходимости уважать и соблюдать правила дорожного движения, а с младшими просто все повторить вместе. Сыграть в игру, которая называется «Уважай правила дорожного движения». Напомню, что в этом году в Тюменской области произошло 352 ДТП с участием детей. При этом 402 ребенка ранено, а 6 погибли.